В рамках совместных разыскных мероприятий с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Туве и сотрудниками МВД задержан гражданин России, находящийся в розыске за совершение преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса России, незаконное пересечение государственной границы России и кража. Как сообщает погрануправление Тувы, в 2015 году житель Терехольского района, ранее судимый гражданин в составе преступной группы, совершил незаконное пересечение госграницы из России в Монголию и похитил на территории соседнего государства более 60 лошадей. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий вина подозреваемого в совершении вышеуказанных преступлений полностью доказана. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания для последующего доставления в суд.